Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Падение Иерихона. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня, и семь священников, несшие семь труб юбилейных пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами, вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня, и идущие трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это шесть дней. В седьмой день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города семь раз, только в этот день обошли вокруг города семь раз. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу сил». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ весь вместе громким и сильным голосом, и обрушилась вся стена города до своего основания. И весь народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.